Ну что, давайте посмотрим, что я тут купила сегодня. Это я хотела уже давно поменять себе валедовскую, взяла такую вот штуку. Посмотрим потом, как она в деле. Вот с такой штучкой оно выжимается само и вытирает пол хорошо. Так что мне нужно для третьего этажа, а то мы там пол поменяли, чтобы у меня более, ну, удобно было полоскать пол, если я хочу. Так, значит, сейчас разберу все в пакетики. Буду вам говорить, что я взяла. Так, значит, ну, начнем сначала. Картошку я сбоку поставлю. Вот картошечка. Так, да, начнем с тяжелого. Значит, тут была целая курица у нас за 6 долларов. Свежая курица неплохая. Курочка. Потом взяла обрезочки такие разные, животики, значит, Соломона. По 12 долларов получилось всякие обрезочки. Вот очень вкусно на бульончик, да и так пожарить. Ну, в общем, все, что хотите, можно сделать на самом деле. Так. Потом помидорки были сегодня по 77 центов за паунд. А, яблочки были за $1.97 за паунд зеленые. Это, кстати, Грэмми Смис, я их люблю, зелененькие. Мы вообще всей семьей их любим. Так, потом еще была фасоль такая зеленая. Я беру тоже, она около $1.90 с чем-то за паунд. Так, потом, значит, вот единственное, что я не знаю, это семена льна я взяла. Я люблю их в хлеб добавить, когда пеку булочки. А сейчас еще хочу попробовать из них делать такие лепешки. Новый рецепт мне порекомендовали. Так, а вот это у меня гранаты. Штука 97 центов. Я взяла тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Шесть штук, считайте, на 6 долларов. Да. Вот так вот. Но в этот пакет уже ничего не влезет. Надо другой. Вот этот. Вот этот пакет. Потом сливы были такие по 2 доллара за паунд. Взяла сливочки. Виноградик 2 с чем-то за паунд. Не дешево, но решила взять. Вот 4 огурчика тоже там, они недорогие, меньше доллара за штуку. 4, значит, томатика за 50 центов штука. Томатная паста. Ну, куда же без бабкиных семечек. Мы любим пожевать. Так, это я взяла желатин. Пусть всегда дома валяется. Это Габи попросила киндер-экс. Так, потом взяла. Ну, это сметана, ничего особенного. Кстати, киндер-экс стоили около 4 долларов. 3 штуки. А это я взяла попробовать какой-то, как типа натуральный крем-чиз. Такая фирма, не пробовала раньше. Вот, это лепешки взяла индийские, попробую на завтрак. Сыр 700 грамм чеддер, 9 долларов. Так, и еще одна сумочка, наверное, мне понадобится. Так, ну и тут у меня пошли 2 упаковки апельсин. Каждая по 3 доллара. И 2 упаковки мандарин. Каждая по 2 доллара. Так, и что у меня еще? И еще у меня капусточка совой. Даже не помню, сколько она сегодня стоила. Ну, недорого там получается. В центах что-то. И такая вот тыквочка интересная. Значит... Winter Hemi Melon, да, такая тыква, я говорю, вы же поняли, какая это тыква, это не тыква, это дыня, 97 центов за паунд, ну, наверное, паунда 4 будет. Вот это наши покупки на сегодня. Так, вердикт сегодня, вот видите, no frills, вердикт сегодня 118.39. Итак, друзья мои, я рада опять вернуться с вами, быть вместе.
был перерыв, была на самом деле занята работой, но сейчас опять локдаун. Я думаю, пора моим дорогим зрителям, которые меня ждут, возвращаться потихонечку. Так что вот сегодня я вам показала немножечко по продуктам. Очень сложно в магазине снимать, потому что это маска, это коляска, люди. В общем, ну вы знаете, я в Ноуфриле обычно никогда там сильно не снимала. Вот, так что это какой-то такой длинный процесс. Так что, в общем, я вам все сняла, показала. Сегодня такая прям была не сумасшедшая покупка, но прилично. А плюс дети сейчас выходят на каникулы у нас вместо мартовских каникул. Ну, наверное, кто по Канаде, по Торонто, во всяком случае, по Онтарио точно знает, что у нас каникулы мартовские перенеслись на апрель. Вот, поэтому у нас с 12 по 16 апреля будут детские каникулы, а дети будут дома, поэтому, как всегда, развлекуха, нужно что-то будет готовить, быть с ними. Но, с одной стороны, я рада, что я хотя бы в локдауне, что я не работаю, смогу им уделить какое-то время, потому что очень сложно, когда сейчас и муж, получается, работает онлайн, уже второй год пошел, как он сидит, да, на третьем этаже, бедняга. Вот, кукует, плюс надо детей как-то развлекать. Слава богу, погода сейчас уже налаживается, так можно будет, да, и на улицу куда-нибудь, и там на бэкьярде посидеть, позависать. Ну, старший, в принципе, уже во мне не нуждается, он выше меня на голову. Он уже и сам и с друзьями гуляет, и на велосипеде ездит. Вот, так что, в принципе, его меньше развлекать, его главное вовремя подкормить. Вот, а малышка, конечно, она будет со мной, так что тоже нужно будет и порисовать, и поиграть, и все. Плюс надо заняться сейчас перекладкой всего зимнее, весеннее. Вот это все переложить, перестирать. Как я это все люблю. На самом деле я это люблю, но это всегда... Я люблю в этом вот эту часть, когда ты выбрасываешь то, что тебе больше не нужно. Вот это я люблю больше всего. Прочистить простор своего шкафа, да? Вот. Но вообще это так... объемно, да, и причем, когда семья большая, да, у нас не самая большая семья, всего как бы четверо человек, но у каждого пересмотреть, перебрать, что большое, что маленькое, что подходит, что не подходит, это, конечно, берет время, то есть вот этим нужно заняться сейчас. А плюс у меня по плану, я вам сниму видео о масках, хочу снять про разницу между масками и кондиционерами, чем они отличаются, плюсы и минусы, на что лучше обратить внимание. Вот это будет другое видео о масках. И также у меня уже частично готово для вас видео о следующая порция про соки. А вот. Но, так сказать, сейчас больше времени, поэтому будете видеть меня больше. Вот. Так что жду ваших комментариев, рекомендаций. Расскажите, что вы делаете на карантине, если вы на карантине. Как вообще вам с этим всем живется? И как вы развлекаете своих детей на каникулах, что, чем они занимаются. Так что пишите, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь, делитесь с друзьями и близкими. Я вам желаю быть здоровыми, беречь себя, близких, и беречь себя вообще как только возможно, насколько это возможно, ну хотя бы как минимум соблюдать какие-то, да, элементарные там правила, там в общественных местах маски, там мойте руки, да, какие-то такие дела, хотя я не знаю, это, наверное, абсолютно не актуально говорить, вообще, кому это надо, эти мои рекомендации, забейте, короче, да. Так что, дорогие мои, спасибо, что были со мной, очень рада хоть немножечко соприкоснуться с вами обратно. Всем всего самого наилучшего, пока. Берем уголь. Баррикады убрали уже. Не, не убрали, баррикады дальше там, есть. Те, которые там были, они уже убрали. Те, которые там были, окей. А что мы тут взяли? Взяли блюберисы. Вот так вот. Три пачечки по $1.67 за пачку. Сейчас по 47 центов вот этот вот грибной соус я тоже взяла. 2, 3, 4, 8. Потом взяла огурчики. Френч-фрай, томатики за 47 центов за баночку, вот такой томатика, ну, Кость, я не знаю, бери, и вот таких два салата, я обычно на работу такие с собой ношу, сейчас работы нету, но пусть на всякий случай будет, а вдруг я скоро вернусь. Почем этот? Этот по 9. По 9, окей. Хочу показать в продолжении, мы уже дома.
Вот это то, что мы брали сегодня в Walmart. Вы это видели. Уже одной пачечки blueberries нету. Тут вот это вот, да, напоминаю. Вот это все, вот эти баночные все. Вообще, на самом деле, я шла за этим всем и за вот этими банками в Walmart. Потому что именно на эту фирму... Я вообще люблю эти котели. Мне нравятся их томаты. Я и в борщ даю, и в какие-то подливы, да, и в чили. И что я там еще делаю? Чили кон карне, да. Даю вот эту вот пасту, я ее очень люблю. Она стоит $2. Сегодня она была по скидке 97 центов в Walmart, и мы за ней поехали, чтобы взять вот это и те банки, которые вы видели раньше. Потому что по 47 центов я беру, когда такая цена. Обычно там томаты, скажем, по 50-55 центов. Томатная паста стоит вот это вот. Я ее взяла сегодня за 47. А вот эти штуки по доллару, я взяла их тоже сегодня за 40 с чем-то центов. Вот, тоже взяла прилично. Я люблю просто, я использую это как подливы. Дети любят с макарошками или вот, ну, именно вот как подливу использую. Ну, иногда в грибной суп можно добавить тоже дополнительно. Вот, и также ехали за этими банками, но они уже закончились. Не было ничего, было написано, что они sold out. И когда мы поехали в No Frills за продуктами, я их увидела, говорю, блин, три банки последние схватила и сделала matching price. И получается, вместо $1.97 заплатила только 97 центов за счет того, что No Frills принимает matching price из Walmart и также наоборот. Так что вот это то, что мы взяли в No Frills сегодня еще. Вот семечки тыквенные за $3.04, за $2. Подсолнуха семечки. Также халва. Мы что-то полюбили в последнее время халву. Мы покупали вот эту вот нашу такую вот израильскую халву из кунжута. А потом... У меня муж больше любит. А потом... Сори. Все на места. Я увидела вот это. Было по $1.50 за упаковку. Думаю, ну-ка попробуем. И это вкус детства просто. Хотя я халву не люблю. Но вот так кусочек хочется. Так, я два брусочка. Сколько здесь... по весу. Где здесь вес? Где вес? Масса нету. 250 грамм за $1.50. Вот две упаковочки. Огурчики взяли тоже. Они там 2.50. Вот упаковка у меня закончилась. Фасоль тоже я постоянно использую. Да? То есть я делаю чинахи. Это суп из чинахов. Да, чинахи. То есть это фасолевый с мясом. Фасоль, мясо, немножко картофеля. В общем-то и томат. Это такой суп и чеснок. У меня очень любят в доме, то есть это всегда в основе у меня идут бинс. У меня закончились, и в Костко не было в этот раз. Так, я взяла сколько здесь? Тут в пачке 800 грамм, почти 2 килограмма за $5. Вот, вот это вместе с этим сочетается. Потом, значит, взяла, появились уже эти кишуимчики, как они называются, вы поняли. Кто они? Не баклажаны, а кто они у нас? Кабачочки, кабачочки. Кабачочки по 97 центов за паунд. Паунд это меньше, чем полкило. То есть делайте математику сами. Потом взяла, значит, два пучочка зеленого лука по 77 центов каждый. Вот пучок укропа. Укроп у нас, по-моему, по $2, не помню. Сегодня были по... Поскольку они были по 97 центов, вот эти итальянские помидорчики. Была сегодня дыня у нас. Она не была сегодня по скидке, но что-то так захотелось ее взять. И мы взяли с Костиком. Она гватемальская. Yellow honey. Honey do. Вот. Доллар. Сколько она была? Почти $2 за паунд. Дорого, дорого. Ну, взяли. Значит, по $3 были сегодня у нас авокадки. Ну, им еще нужно дозревать. Они еще твердые, как этот, как орех. Прям вот орех. Орех есть орех. Значит, два перчика взяла, желтеньких. Тоже они... Вот.
Значит, потом на салат вот эти вот Romani Hearts. Для салата листья салата тоже они были по 3 доллара. А взяла, значит, киви, кивушечки. Они были на развес, штука по 67 центов каждая. Сколько их тут у нас? 1, 2, 3, 4, 6 штучек. Зеленые яблоки Грэмми Смит. Они подороже будут, 2 доллара за паунд. И 2 доллара за... не 2 с чем-то, 2,50 за паунд. И гала. Гала тоже за 5 долларов. Вот. И что еще? И лук. Лук у нас здесь его 10 паундов, да, то есть 4,5 килограмма. Канадский лук. Не очень мелкий. Обычно в этом, в этой сетке он помельче, но тут достаточно, он нормально. Вот средний размер, как я люблю. То есть и на салат можно, и куда нужно. То есть он не слишком большой, не слишком маленький такой. 5 долларов он был, там 4 с копейками. Так что немножко вам показала наши сегодняшние закупочки. Вот что мы тут, чем питаемся, так сказать.